Вот сегодня Рождество Христово, день прожили благополучно. Братья пошли на благовестие, там раздавать Евангелие. Мы вечером ложиться спать помолились и мелкую картошку сварили. Вот, Володя ее толщет. Ну-ка, дай-ка посмотрю, еще вот я там. О, какая горох. Ну вот палец, чтобы видно с пальцем рядом. Видно или не видно? Вот она картошка, насколько она. Вот, и отталкивает ее в чашке. Прям рядом, вплотную тут у нас два чайника, термоса два, и Никита со своей машиной, компьютер тут. И рядом тут пекут нам хлеб, хлеб привезли, мы разрезали, маленько подсушили. Там что-то в этом недоеденное, недоеденное не трогали еще, правда, сваренная рыбка, лук с чесночком. Вот моя баночка, вот она с медом, вот тут не видать где-то, подарили мне Ермоленко. Вот. Ну, если как в шкафу, сколько у нас хлеба. Войны нету, будем вспоминать в годину горько. Это нам сушит. Я даю мешок муки пополам. Хозяйка берет себе. Так мы не собрали деньги-то пополам. Надо собрать 1000 хотя бы дать на электроэнергию. Вот так. Вот. Места-то совсем мало у нас. Вот на такой скученности. Вот оно какое. Что у нас тут есть? Этот лежит ее сыночек. Она его моет сегодня на Рождество. Вот на выходе у нас табличка. Кардиометы, когда смотрю эти ролики, я, конечно, не обрезгливость. Вот так вот одежа. Тут все у нас три этажа. И везде одежа. Тут на кухне-то мы не спим. А тут навалена картошка, горох, все это по мешкам. Вот дрова, два ящика. Вот печка голландка у нас тут. И вот тут сушим дрова на решетке. Где решетка тут. Тоже второй этаж. Дрова сушим березовые. Да и третий этаж. Ну и трехэтажные койки. Вот духовка. Печка. Сам печник, полпечник делал. И там трубу кто-то положил на плиту, и она половина закрывает, и никак нельзя убрать, только ломать трубу. А это тонны полторы кирпича, глины нет, так все и стоит. Тут мы, в общем, где. И вот мы спим, это моя коечка. Каждый раз ложусь и думаю, последний раз, и кто будет спать тут? Это тут у меня Никитушка, это его тут заправлено. Там Володя вверху, ну вверху там совсем места мало, проползает и ложится. Утром сейчас пройдет, постелька провыветрится, ну и застилает ее бумагой. Когда я выпущу голубей, у меня в комнате голуби живут в коробке. Вот это мое рабочее место, все уже потушено. Здесь, о, а тут вот у меня третья кошка, рыжая. Умница такая, да глазки чистенькие у нее. Ой, молодец, давай, любит, когда я ее царапаю грудку. Рыжая. Вот та белая кошка, это ее дочка. А он, это она, ему внучка, внук. А вот тут в двухэтажном у меня голубятня. На крыше большая голубятня, а здесь для эксперимента. Она вот-вот должна вывести. Первый раз посадил дикарей, поймал дикарей. И они им нравятся тут. Как только их выпускать, кошек надо в подпол сажать. Ну вот в подпол тогда и сажаю, говорят, кошку держать. Они ходят, там же земля нужды нет. Там дует какой ветер. Кошек туда, а голуби тут у меня летают по комнате. В эту комнату любят залетать, это все видно. А это Володина хозяйство, он у меня тут работает. Вот он, что у него тут? Это он, брат наш, ездил он в Воронеж. У нашего дорогого брата Сергея там. Он вахту несет, Сергей, уже 13 лет. Спасибо, Господи. Труженик. Это Виктор Андреевич, наш брат. Вот они беседуют. Дивный Господь. Углем топим. Вот уже приносим. Печка, тепло тут. Думали топить, не топить сегодня. Топить надо. Вот он, Никита. Что у тебя тут? А тут фильм «Путь» какой-то. Какой фильм? Какой-то «Путь», «К-путь».
Да это вы составляли, когда роли. О, это не я. По-моему, я, может быть, не я. Нет. Ты тут голос слышал? Да. Ну, по-моему, это составлял Павел Безрунки. Нет, однако не я. Я бы так не составил. Красиво сильно. Хотя кто его знает? Я много роликов составлял сам из фотографий. Вот так. Ну что тут картошку ты добавляешь, что ли? Масло сливочное добавил. А откуда взял ты его? Деревенское масло Игорь Барабаш. Дал, да? Да, да. Дал. Только не нам, конечно. Еще что-то добавлять будешь туда? Ну, не знаю, если вы... А вон в смятку яйца на туда надолби их и... А вы смятку хотели, да? Ну так в смятку-то вот они... А у нас еще их нету разве? Есть. Ну так туда набей их. И получится еще вкуснее. Я думаю, пару штук хватит. Ну, а остальные так сидим. Ну так сидите. Парочку хотя здесь забей. Вот варить надо сколько минут, чтобы смятку были? 3,5. 3,5 минуты. В кипяток ложите 3,5 минуты. Выскабливай этим сейчас ложкой. Чистить-то не надо, просто выскабли туда. Вот так. Это на завтра уже будет. Сейчас уже 10:30. Встаем всегда в 4:40. Я встаю, ложусь пораньше, а потом встаю сейчас на 1,5-2 раньше. Как правило, успеваю по компьютеру все письма разобрать, подготовить все к ролику. И братья тогда встают. Мы с Никитой... О, материал там Никита считает, я выставляю, а Володя его фотографирует. Ну, снимает, так сказать. Вот, у меня книги интересные сколько. Вот это вот покажу сейчас. Вот это свидетельство обвинения Владимира Русака, 3. И рядом пир сатаны. Он диакон был в Жарданвилле. Ну, а потом вернулся сюда. Видите, сколько у меня книг. А там было от пола до потолка. Вся стена в книгах. Высокий дом был. Там пожар случился. Подожгли. В этот день подожгли монастырь. Две монахини сгорело. Вот. У меня там была жена, выскочила, все-таки успела. Подожгли в один день, в одну ночь. И вот сейчас тоже все опасаешься, эти злыдни угрожают всячески. Это все благословленное патриаршим священством. Такое безумие. Только молишься, Господи, помилуй. Дай людям покаяние. А часы-то стоят. Так уже. Что ты? Пришла? Ну? Что такое? Ой, рыжая, да умница такая. Да ласка такая. Да у меня кошки-то чего ласковые. Берешь их, стащишь с этих этажей. Ну все, однако. Я отхожу спать, а вы остаетесь. С Богом. Богом.